Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то на Китайке открылся хрустальный шарик. И сейчас мы посмотрим на него. Также открылись там плюшечки. Зашел с планшета, я посмотрел. Неплохие такие вроде плюхи для обмена. В принципе, посмотрим, что будет на русском сервере. Вот так вот. Это халявная акция. Три карты дают. И плюс сундучок с эмблемкой, в принципе, тоже неплохо. Плюс дают возможность получить смертушку, ну, скины некоторые недостающие, осколки, скажем так, плюс руны выживания. Забрали. Все, больше не дают. Вот сразу у нас на шарик переключили. Итак, хрустальный шар. Что интересного есть? Ну, это, как обычно, говняшки. На этот не стоит тратиться, в первую очередь. Самое основное здесь скины. И есть уже скин, насколько я понял. Ну, мне похоже на забор, не знаю. Что-то мне напоминает забор. В общем, скин здания. Два раза дороже, чем обычный. Но, в принципе, тоже неплохо. Итак, что по скинам? Здесь хорошего, как видите, в этот раз расходников нету. Что у нас интересного есть? Это Сенна однозначно, ее стрелок и ПБшка. Вот этих героев я бы советовал собирать в первую очередь. Почему стрелок? У многих стоит дафный вариант, также стрелок используется на архи, поэтому однозначно надо брать. То есть два талантика, это да. То же самое Сенна. Один атакующий, один дефный, и вам вполне ее хватит. Ну и ПБшка аналогично, как и Сетна. То есть три вот этих скина в первую очередь забираете, потом уже на здание можете, потом Риббита. Ну, кто как хочет, конечно, но Риббита я бы даже не заморачивался. А потом уже на награды, если у вас, конечно, ставится. И плюс у нас сегодня здесь открылась еще вот такая вот акция интересная на обмен героев. Но я что-то не могу понять, почему у меня душика не дает поменять. Сейчас я посмотрю, может, на него что-то там одето. В общем, качаем душиков и получаем новые камешки. Вот так вот. Такая вот тема. Такс. Где там мои? Не помню уже. Они, по-моему, в серой. Да. Сейчас уберу. Может, чисто из-за того, что эмблема стоит, я не могу его использовать. Такс. Да, из-за того, что эмблемка. Но внимательно обратите внимание, что на то, чтобы обменять вот эти новые камни. Их, кстати, до сих пор на рынок не завезли. Сейчас посмотрим. Чтобы их обменять, получить 100 штук, надо слить 5 душиков первой авы. В принципе, это не есть проблема. Но есть еще одну новую, вы должны потратить 10 тысяч красных и 1000 самов. То есть не все так просто. И вы можете взять 100 камней. Я в любом случае их буду забирать, потому что хочу посмотреть дальше на прокачку, сколько следующий уровень будет давать. Ну и я думаю, для многих без доната вот эта вот тема очень крутая. Я бы, наверное, даже слил суккуба, если он есть второй эволюции, ради 5 камней. Реально оно того стоит. Ну, первые фараона там ради 100 вот этих, ну, в принципе, можно, но 20к кгашек для без доната, я считаю, это немножко перебор. Ладно, там 2к, либо 1к и 50к зпшек, ну, ребят, как по мне, это реально бред, особенно на русском сервере, где и так ресурсы. Да и для любого без доната кгашки и зпшки, там не прокачанного, скажем так, уже который давно играет, у него это там есть полмиллиона, это реально бред. Потому что для новых аккаунтов надо делать наоборот. Здесь в этой акции надо сделать все попроще. Либо привязку какую-то к силе, там, не знаю, либо к чему. Ну, нереально тратить 60к ради 300 камней, ну, это бред полный, как по мне. Так. По душику, ну, в принципе, более-менее терпимо. Но опять же, кто с без донатов прокачал 20-й прорыв? Кто? Тоже, как по мне, полный бред.
чисто для доната. И то для доната, и это для доната. Ну, тут уже ладно. Вот камни еще пусть будет. Куда там ни шло. Ну, а так реально полный бред. Так. Что там у нас? Битва гильдий началась. Я, как обычно, деф не выставил. В принципе, он и не нужен. Потестируем героя. Потом на битве гильдии нового посмотрим, что он может. Так, ну у нас тут должно быть, по идее, первое место. Такс. Ну, в общем, вот так вот, ребят, показал я вам. Давайте еще посмотрим. Мне интересно стало посмотреть магазин. Какие здесь есть изменения. Ну, я потом уже буду обменивать героев. Ну, в общем, как-то так. То есть, первых два обмена — это реально полное говно. Я считаю так. Если вы тоже считаете, лепите лайк, потому что это бред. Для бездона за такие эти собирать, блин, камни, которые ему по сути не нужны. И, возможно, когда-то будут нужны. Но, блин, это жестко. Так. Ну, тут можно трешевать тоже точно так же, как и на английском. Завтра уже будет обнова. Не, вроде здесь ничего не меняли. Все то же самое. Ничего нового я пока, по крайней мере, не вижу. В общем, новые камни так и не добавили. Как ни странно, хотя... Ну, это, в принципе, нормально. Завтра на этом... На английском сервере по-любому будет и скин, и герой продаваться, там, либо еще какая-то тема. Ну, там быстрее почему-то как-то получается, чем на китайке. На китайке вводят, а потом аж только на выходных закидывают, заливают скины. Так, ну, по рынку у нас ничего не поменялось. В общем, ничего нового нет. Там написали, даже где-то на форуме на тайванском подняли хай. В принципе, правильно. Насчет нововведений. Чтобы подняли лимиты, написали, что поднимут на следующую битву гильдий. Вот посмотрим, как оно будет. Но в любом случае на эту атаку фортов и битву гильдии оно никак уже не повлияет. Во время следующей обновы написали. Ну, надеемся, что хоть что-то изменится, скажем так. Так, отлично. Так, а что это у меня пятые сундуки пылятся? Я тут думаю, дикник сюда набрать. Ну, такое. Падают по чуть-чуть книги. Конечно, отсюда фигня падает камней на прокачку. Но все же лучше. Все же лучше, чем ничего. Так, 1055. Давайте откроем паки с розой. Я что-то их так и не открыл. Плюс 70. Неплохо. Забираем плюшечки. У меня, кстати, на этом аккаунте еще до сих пор розы нет. И на русском не было. Скин вот есть. А розы нет. Да, гляну, что у меня там делается. В общем, не знаю. Сам шар офигенный. То, что там три скина обалденных есть. Обмен — полная лажа. Ну и плюс подачка, я считаю, это фигня, а не награды. Что-то мне они не особо зашли, скажем так. Не нравятся мне они. Сейчас еще гляну, что там еще у нас по акциям поменялось. Надо использовать яйца, потому что максимальный предел здесь 999. У меня на русском сервере нет возможности открывать. Точнее, я могу открывать, но не могу забирать, пока не открою. Ну, здесь ничего не поменялось. Акции тоже вроде не поменялись. Тут ничего нет. Тут за найм. Ну, лутник дешевеет.
Пум-пум-пум-пум. Так, карты. Ничего снова я не вижу. К сожалению. Дешевеют камни. Здесь за 160, там, за 300 рублей, грубо говоря, вы можете купить намного больше, чем вы, блин, сольете. Там. Логики, конечно, жесть. Смысла нет брать. Ну, это еще такое. Камешки. Ну, вот здесь можно 100% розу вытащить. А то и две, как повезет. В общем, вот как-то так, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Ну, реально, это дичь полная, вот этот обмен. Но он все-таки есть с новыми камнями. Все, всем удачи, всем пока.